Всем привет! Сегодня 2 июня 2019 года. Нахожусь в Казани. Сегодня у нас 16-я национальная выставка НКП «Золотистый ретривер». Вот наша поляночка, застраиваем. Сейчас 6 утра. В 8 утра начинается регистрация, надо успевать. Надеюсь, успеем. Собрали сотню собак, как и хотели. Это у нас там и Мурманск, Симферополь, Тула, Москва, Питер, Пермь, Новый Уренгой. Все участники молодцы. Спасибо всем, кто поддержал в этом году чемпионат наш, несмотря даже на замену экспертов в последний момент. Все, сегодня будет крутой праздник. О, алмазик работает. Котов спрашивает, что вы там делаете, говорит. Алмаз говорит, все приготовил. Так, работа кипит. Ставим шатры. Призовой фонд, призов очень много. И комаров очень много. Артем подтянулся. Пришла президент, припахали президента. Вырисовывается уже. Есть ножницы. Долго. Долго, тебе не стыдно? Старшие работают, а ты стоишь. Она вчера работала. Что делала? Собака. Очень сильно? Это так, Шмелева, можно еще раз? Что? Мастер-класс? Сейчас. Да, это опасно. Я 8 лет над ним шучу. Иммунитет. Кто так забивает? Давай, покажи, как надо. Как работают президенты, можно снимать вечно. Да, конечно. Самые крутецкие розетки по нашему НКП. Регистрация. Ты? Мурманск регистрируется. Расскажите, чем вы неделю занимались в Казани? Чем мы занимались? Видели достопримечательности дружелюбного города. Посмотрели на фотографии, как кто-то посмотрел на достопримечательности. Покатались на такси. Да. Потеряли айфон. Стояли в пробках. Какие у вас шапочки? В Казани же. В Казани. Почти местные. Начинаем свое шоу. Желаем вам всем прекрасного настроения. И для заряда этого настроения наше шоу откроет танцевальный коллектив Казанского института культуры. Туган я,
Ясно, я словно туз, туз гене. Ой, лопат, еле пешкен, тизу леве без гене. Сейчас нас порадует танцем Оксана Бессонова с Ладой. Танец «Калинка». Это кормовая компания «Мурино Проплан». Вот. Также очень много призов от заводчиков, владельцев и участников выставки. Это очень чудесно, что мы с вами можем вместе создать такой чудесный праздник, богатый. Вот. Также благодарим компанию «Профессиональный косметик Special One», также за предоставленные подарки. Подарили. Вот такой очень симпатичный значок. Желаем сегодня удачи, хорошей жизни. Спасибо, что вы сегодня с нами. Хотим немножко представить. Анна владеет питомником золотистых ретриверов Golden Romans, занимается разведением с 2007 года. Также является экспертом 7 и 8 группы FCI. Вот, она бы сразу хотела принести извинения за свой внешний вид, потому что, к сожалению, вчера в 10 вечера у нее не прилетел багаж. Да, на трансферном рейсе. Просим поприветствовать ее. First of all, thank you all for coming. Thank you to the organizer for this really amazing event. Wish you everyone best of luck, great time, and since it's getting much hotter than it should be, let's this party started. Thank you.
но ему нужно больше времени, чтобы развиться. Okay, let's make it. Браво! Смотрите, как у нас. Забрать, да, Петя? Ужас какой-то, еды не дают, как ужас. Лежак мой. Фит. Я все записал. Блин, логик. Ты все-таки стремишься на крафт лет через 40, да? Точно. Я уже довела. Смотри, Миронова рядом сидит, подтвердит второй раз. Да, мы вместе поедем. Победитель класса чемпионов и победитель класса чемпионов НКП. Аплодисменты самым красивым победителям сегодняшнего дня 16-го национального чемпионата.
Кабель, номер... Номер 43, резервный лучший кабель, номер 13. Победители класса чемпионов и промежуточного. I want to take him home. Эксперт говорит, что она в восторге была от всех шести собак, но, к сожалению, выбрать тоже было только одну. Поэтому ей очень понравились все сегодня представленные кабели победителей своих классов. Да, ну что, первая половина дня подошла к концу. Сейчас у нас общая фото. Плотнее друг к другу садимся. Нашей выставки лучшая сука и лучший представитель породы. Победитель открытого класса. Аплодисменты. Победитель рабочего класса. Победитель класса победителей. Победитель класса чемпионов. И победительница класса чемпионов НКП. Expert want to say just one thing. Congratulations, ladies. Your females are amazing. Congratulations once again. Эксперт говорит, что все собаки абсолютно великолепны, и она поздравляет вас с тем, что мы имеем такое поголовье. I love them. Ей они очень нравятся. Она только благодарит каждого участника за то, что у них в руках такие собаки.
Сяду Эксперт выбрала двух финалисток. Аплодируем и болеем! Какой сложный выбор, летающие собаки. Наше поздравление. Победительница класса чемпионов МКП и победительница промежуточного класса. Что ж, вот он, переходящий кубок. Посмотрим, кому он достанется в этом году. Переходящий, кто будет делать на нем следующую пометочку о своей победе. Пожалуйста, приглашаем в ринг лучший кобель юниор. Аплодируем. Лучшая сука юниор. Лучший кобель породы. Лучшая сука породы. Лучший ветеран кобель. И лучшая сука ветеран. Интригующее решение сегодняшнего дня. Мы попросим еще раз всех участников сделать целый круг почета по ринку и выйти в ожидании результата. Аплодируем. Первым в ринг приглашается номер 66. Лучшая сука юниор. Занимает 6-е место в расстановке. Аплодисменты. Следующим в ринг войдет номер 11. Аплодируем, поддерживаем. Номер 54. Лучший ветеран кобель. Смотрите, как это выходит. Три интригующих места. Кто же кто же? На третье место мы приглашаем номер 100. Лучшая сука ветеран становится третьей в расстановке на лучшего представителя породы сегодняшнего дня. Ну что ж, пощекотать вам нервы. Я вызову двух собак и первой назову ту, которая прибежит к первому месту. Итак, я приглашаю в ринг лучшего представителя породы сегодняшнего дня 16-го чемпионата национальных золотистых ретриверов в городе Казань. Это... Номер 95. Аплодисменты. И лучший представитель противоположного пола, номер 43, лучший кобель породы. Наши поздравления. Что самое фантастическое, эта собака повторила этот результат 2 года подряд. Она второй год подряд становится лучшим представителем породы национальной. Поздравляем.